Привет, красивые! Это новый выпуск первого в Забайкалье реалити-проекта «Бьюти-команда». И я хочу вас предупредить, что он перенасыщен интересными людьми и стремительно развивающимися событиями. И, кстати, интересный факт. «Бьюти-команда» вызывает привыкание. Уже привык? Поехали! Поскольку это первый выпуск программы, мы хотели бы поближе познакомить вас с членами жюри, да и сами с ними поближе познакомиться. И первый член жюри, к которому мы приехали в гости, он, кстати, об этом еще не знает, Сергей Цапарь. Погнали! Вот мы находимся около студии Сергея Цапаря, и прямо сейчас увидим этого легендарного фотографа за работой. Погнали, Вова! Практически всем фотографам задаю вопрос, что нужно, чтобы стать фотографом? Ну, от чего зависит успех, так скажем? Мы разделяем понятие, скажем так, отделить мух от котлет. Мы разделяем понятие творческой фотографии от коммерческой или нет. То есть есть фотографы, которые не зарабатывают этим, и они прекрасные фотографы, просто великолепные. А есть люди, которые зарабатывают деньги на фотографии, но при этом снимают с творческой точки зрения довольно проходные кадры. Вот. Чтобы стать фотографом, творческим фотографом и снимать творческую фотографию, нужно быть просто больным на голову на это дело. Марк Судек, чешский фотограф, известнейший портретист, его спросили, почему он занимается фотографией, он сказал, потому что я не умею снимать. Вот когда научусь снимать, меня она перестанет интересовать. И вот здесь как бы пару вспышечек, какой-нибудь рассеиватель, модификаторы какие-нибудь, и все, и совершенствуйся. Уже с этим оборудованием лет на 5 хватит. Можете сказать три черты, которые могут погубить талантливого фотографа? Первое, нужно быть порядочным. А второе и третье касается способности реагирования на критику. Если не будет вот второе и третье выполняться, то никакого роста не будет. За кулисами кастинга мне очень многие говорили, что каждая ваша фотография – это шедевр. Я не знаю, я вообще люблю его работы. Мне кажется, что каждый кадр, который он делает, ну, это кадр, это шедевр. И вопрос вот следующий. Этому можно научиться или это вот талант? И всем глухим бездарностям просьба пройти мимо. Ну, конечно, можно научиться. Научить можно сначала, но в дальнейшем человек должен сам развиваться и развивать свой талант. Да, но на кастинге вы видели таких, которые прямо вот бьют энергии, прямо они хотят, может быть, они недавно этим занимаются, но вот в них есть желание и... Было, запомнились два человека в части фотографов. Это полные противоположности друг друга. Один великолепно снимал фэшн, а второй парень некие такие психоделические вещи фотографировал. Он больше интроверт, уходит в себя, как бы, но работы тоже очень волнующие, они очень разные. Ну а как отношения, вы думаете, будут складываться между членами жюри? Как вам люди, с которыми вам придется работать плотно? Я думаю, хорошие будут отношения, потому что люди идут на контакт, люди готовы получать общее коллегиальное решение. Вот в самом начале пути что может помочь победить вот одной из команд? Взаимопонимание, наверное. Компетентность в выполнении своих взятых на себя обязанностей плюс полное взаимопонимание. Свои компетенции. Фотограф должен быть фотографом, модель должна быть моделью, визажист должен быть визажистом. И, кроме того, доверие. Все? Среди желающих попасть в новый проект особенно выделились фотографы. Во-первых, у них были фотоаппараты, а еще видно, что это люди творчества, слегка сумбурные и сумасшедшие в хорошем смысле этого слова. Что нужно, чтобы быть фотографом? Творческое видение. Я начала заниматься фотографией года 4 назад. Я снимаю женские портреты. И прикольно то, что можно посоревноваться в этом смысле, ну, с другими командами. Белье, съемка, ну нет. С мужчинами намного проще работать, чем с девушкой. В основном только это. Красота в комнате ожиданий просто зашкаливала, потому что больше всего на кастинг пришло моделей. Я, в принципе, как модель работаю, занимаюсь этим уже достаточно давно. Я готова почти ко всему. Спасибо. И на снегу фотографировались, в белье снимались, и...
в лесу, и холодно, и жарко, и в горах, и везде. Моделей было настолько много, что среди них нашлось место и парням, которые тоже решили побороться за главный приз нашего проекта. Нет, первый раз участвую. На проект я пришел, чтобы получить какой-то опыт. Раз пришел, то все. Я люблю фотографироваться, позировать. Заинтересованность, просто хотел поучаствовать, интересно стало. Сегодня мы в гостях у одного из лучших визажистов нашего города, Екатерины Анастасьевны. Привет, Екатерина. Привет, Настя. Если кто не знает, то я достаточно неплохо крашусь благодаря как раз этому человеку. И вот сегодня посмотри на меня и скажи, что мне нужно исправить? Вот и поправь своей учительской рукой. Ну, есть небольшие ошибки, сейчас мы их исправим. Я сейчас о них тебе расскажу. Давай начнем. Лучше любых слов о профессионализме Екатерины говорит мой образ. Но расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла, к своей профессии? Я с детства очень любила рисовать, и постепенно рисование превратилось вот в мою профессию. Я знаю, что ты пишешь картины даже, да? Ну, это громко сказано, пока у меня в моей коллекции одна картина. Какие акценты ты ставишь в приоритете в макияже? Что главное? Главным, я считаю, не оттенки в макияже все-таки, я в своей работе не делаю акцента на цветах декоративной косметики, хотя это тоже немаловажный этап в подготовке образа, но большое-большое внимание уделяю именно подготовке кожи к макияжу. То есть это уходовые процедуры, это работа с тоном кожи, это работа с корректирующими средствами. Я считаю, что самое важное в любом образе – это качественная основа. Поэтому все-таки, прежде чем выбирать цвет помады, задумайтесь, в порядке ли ваши губы. Ну, то же самое я могу сказать о коже век, о коже лица, поэтому при выборе образа все-таки делайте акцент на уходе. Прошел первый день кастинга. Что ты можешь сказать о пришедших туда визажистах? Есть перспективные участники, и я думаю, что этот проект им даст очень много. Это шикарная стартовая площадка, это возможность реализовать себя посредством такого проекта. Я считаю, что стрессовые ситуации, они включают ресурсы, которые человек до сей поры не подозревает, что у него присутствуют. Поэтому именно в профессиональном плане я уверена, что участники вырастут и возьмут для себя очень много полезного от этого проекта. В первую очередь это опыт, потому что ничто невозможно оценить так, как опыт. Как тебе коллеги, с которыми тебе придется работать некоторое время в проекте? Я думаю, что это достойные члены жюри. Это люди, которые себя реализовали в этой профессии, достигли высот и которые смогут достойно дать оценку работе участников. Как ты думаешь, почему выбрали в члены жюри именно тебя от визажиста? В чем ты достойна? Я не знаю наверняка, но думаю, что мой опыт, 15-летний стаж и практика, которую я за эти годы получила, они дают мне право давать оценку начинающим мастерам. Спасибо за гостеприимство. Мы очень рады, что ты теперь с нами в одной команде. Будем делать красивые вещи. Самую немногочисленную нишу участников скромно заняли визажисты. На первом кастинге их можно было пересчитать на пальцах одной руки. В поисках себя хотелось бы что-нибудь новое для себя открыть. Ну, в идеале это, естественно, открыть студию. Потому сюда и пришла. Это мое желание, я люблю это делать, мне нравится. На что я способна? Возможно, я ничем не занята, да, сейчас, да. Следующий представитель жюри нашего проекта – Светлана Андрусова, директор модельного агентства ProModels и мисс Чита. Что нужно?
нужно для того, чтобы стать моделью? Это образ жизни больше, потому что модель должна всегда выглядеть хорошо, там, не знаю, говорить хорошо, общаться с клиентами, общаться со своими работодателями, да, то есть она должна заниматься спортом, не курить, там, не пить, высыпаться, это первое. Ну, а чтобы стать фотомоделью, ну, для этого, как бы, строгих критерий никогда не было и не будет. Я думаю, что для каждой съемки нужна разная модель, разного формата, веса, роста, там, не знаю, типажа. Любая модель подойдет для фото, да, как бы, но не каждая модель подойдет для подиума. Давай поговорим с тобой немножко по-девичьи, в такой уютной и красивой обстановке. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Сама я люблю больше, наверное, позиционировать себя не как модель. Я всегда говорю, я хуже, я директор модельного агентства, да. Я люблю участвовать в конкурсах красоты. Для меня это интереснее. Из последних, это вот буквально этой зимой, я участвовала в международном конкурсе красоты, посланница красоты называется, там Монголия, Китай, Россия. Больше 100 участниц было у нас, 30 человек с России, девчонок было. Ну, в общем, модельное агентство для тебя все-таки является первостепенным, да, твое модельное агентство? Ну, это работа. Это работа, да, первостепенная. Можешь сказать, чему ты, что ты привносишь, что ты даешь людям, которые к тебе приходят? Почему они должны прийти к тебе? Сейчас очень большая конкуренция. Я считаю, что я никого к себе не зазываю, во-первых. Я считаю, что это мы им нужны, а не они мне нужны. То есть я никому не навязываю свои услуги. Можно вопрос еще сразу? А если ты видишь где-то в социальных сетях молодая девчонка, она очень перспективная, на твой взгляд, ты никогда не напишешь? Нет, напишу. Почему? Как, если мне не хватает, бывает, своих девочек, да, кто-то не может из своих учениц. Я приглашаю своих знакомых, каких-то просто симпатичных девочек, которые мне кажется, что подойдут, у которых есть какой-то, возможно, опыт или даже его нет. Я их приглашаю, конечно. Если девочка прямо модель, у нее все огонь, она востребованная, классная, из твоей школы. Что может резко испортить ее репутацию? Три каких-то пункта. Опоздание на съемки. Это первое на съемке опоздание, некорректное поведение себя с заказчиком. Ну и, естественно, вот говорю, нездоровый образ жизни. Есть у меня одна знакомая модель, она постоянно на съемки опаздывает. Настя Пляскина. Давай немножко вернемся к конкурсу. Скажи, пожалуйста, почему ты достойна судить? У меня большой опыт с работы с моделями, с визажистами, с фотографами. Я вижу, кто хорошо отработал, кто не дотянул, там, как им помочь, возможно, да. Ну, глаз уже наметан. А ты готова к тому, что могут возникать споры в решении, в судействе, в жюри? Ну, это неизбежно. Споры — это неизбежно. Просто я считаю, что споры могут... Ну, все профессионалы, все видят одно и то же, да. Красное — это красное, белое — это белое в любом случае. Но бывают личные, да, какие-то моменты, они все равно всегда будут всплывать, да, в любом жюри всегда они будут всплывать. Ну, в общем, ты довольна коллегами-то своими? Как? Ну, пока был первый кастинг, пока довольна, пока у нас мнения сходятся в основном. Ну, бывают какие-то разногласия, ну, вот как представители модельных агентств у нас пока разногласий не было. Все люди взрослые, все решаемо, да? Да, все решаемо. Ну, здорово, спасибо тебе большое, ты молодец. Четыре с половиной часа. Да, вы подведете команду. То же самое. Меня с работы не отпусти. Я не могу. Нет, я не подведу. Я вот лично всегда своих наказываю за это. Не дай бог, ты там на минуту опоздал. Ты проявил неуважение. Сам факт времени – это неуважение ко всем здесь. И то же самое случится именно на самом проекте, если вы пройдете сейчас. Ну а следующий член жюри, с которым мы хотим вас познакомить, это Андрей Селютин, руководитель модельного агентства. Здравствуй, Андрей. Привет, привет, Настя. Мы рады, что ты нас сегодня принял. Но расскажи, пожалуйста, для начала, чем ты занимаешься вообще в жизни? Развлечения, тусовки, путешествия, естественно. Ты живешь полной жизнью? Максимально. Максимально. Перейдем непосредственно к твоей деятельности. Как ты пришел в модельный бизнес? Я в лет 15 закончил модельное агентство «Президент» в Москве еще. Вот, ну, у нас такое серьезное обучение там было.
У нас жесткое питание было, жесткие тренировки были. То есть мы в основном работали на себя, на износ. Ну, там реальная подготовка была. В нашем проекте есть также фотографы и визажисты. Вот из тех людей ты можешь кого-то выделить? Фотограф. Мне понравилось... Девушка-фотограф, которая работает только с мужчинами, мне просто это, для Читы это бум. Ну вот моделей было больше всего, скажи, из этого многообразия девушек и даже парней кто-нибудь тебе запомнился чем-нибудь? Да, конечно, запомнилась девушка, которая участвовала в миссис Чита. Но она очень миловидная, то есть я думаю, что она сможет на этом проекте участвовать. И также меня удивила еще одна. Которая пришла беременная. То есть это вообще дети там было? Я задавал такие вопросы. А если у нас будут съемки экстремальные, там, в воде, как это отразится на здоровье ребенка? То есть она говорила, все нормально. Я говорю, ну нормально, значит нормально. Ответственность мы с себя снимаем. Что нужно команде, вот бьюти-команде, да, которые будут сформированы, чтобы точно победить? Талант, креативность, идейность. На первый взгляд кажется, что моделями становятся люди, которые совсем ничего не хотят делать. Но при личной беседе выяснилось, что это очень разносторонние люди. В жизни, помимо хорошей внешности, у ребят прекрасные достижения в карьере и творчестве. Да, работаю я, просто работаю. Вот, в транспортной компании я работаю. По образованию я строитель. Да, я бегаю, и еще у меня горный туризм. Просто я немножечко в татуировках, поэтому мне иногда пишут и приглашают меня фотографироваться. Я даже за это денег не прошу. А сейчас мы пришли к следующему члену жюри, руководителю модельного агентства «Академия модельного искусства» Арина Дресляникова. Полетели. Мы посмотрели немножечко за твоей работой в «Щелочку». Ты очень экспертно, профессионально и красиво. Твои детки просто божественны. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Почему ты этим занялась? Здравствуй, Настя. Почему я к этому пришла? Потому что с 10 лет меня саму отдали в школу моделей. Занималась я до 19 лет, после чего работала в Москве моделью на различных показах в столице. После чего переехала в Читу и, конечно же, здесь увидела много красивых деток и решила открыть именно школу моделей. Как насчет таланта? Нужен ли он в этом искусстве или не обязательно? Я убеждена, что этому можно научиться, потому что профессиональная модель, она становится только проходя несколько лет обучения, опыта. У нас пятеро членов жюри. Вот скажи, что тебя выделяет? Я думаю, опыт. Опыт работы в модельном бизнесе. Что нужно для того, чтобы быть моделью? Чтобы стать моделью, первое, это нужно желание, внешность обязательно и хорошая фигура. Какая команда в проекте должна победить? Что в ней должно быть, царить, происходить, чтобы эти ребята точно победили? Я считаю, что должен быть креатив. Победит самая креативная команда, которая будет способна на какие-то такие вещи, нестандартные. Ну, расскажи, а в Забайкальском крае вообще, как тебе в этом бизнесе? Очень много красивых, высоких девочек, в том числе, которые у меня занимаются, которые еще пока не пришли заниматься. Но, скажу так, конечно, сложно в связи с отдаленностью от центральной части России, от Европы, да, то есть тем, кто живет в центральной части, им проще, да, доехать до зарубежа, скажем так, попробовать себя в модельных агентствах каких-то. Здесь далеко и мало кто летает. К нам скауты не приезжают, не ищут новые лица, потому что город маленький и отдаленный. Ты как понимаешь, проводник туда. Да, да, да. Конечно, у меня есть знакомые, которые директора агентств в Берлине. Вот, я отправляю фотографии наших девочек каждый год. То есть мы делаем лучшие снимки, и самых лучших я отправляю. Бывают ли, приходят ли к тебе мужчины-модели? Дети.
приводят мальчиков, да, один у нас закончил, один мальчик, Семен, он у нас успешно закончил школу, да, нашу академию, и посещает наши показы, то есть мы его приглашаем часто, в общем, он большой молодец, 2 года отучился на отлично, вот, ну и пока все на этом. Почему стоит детям этим заниматься? Деткам обязательно стоит этим заниматься, потому что это не только дает карьеру, да, модели в будущем профессиональную, возможно, ее не будет вообще. А я считаю, что дети раскрепощаются, они приобретают осанку, они начинают правильно общаться с людьми, уходит стеснение, скованность, да, они начинают любить сцену, зрителя. И я считаю, что в жизни уже многие пути будут уже как-то приоткрыты. Среди наших членов жюри целых 3 женщины, и мы с Юрой решили сделать им красивый подарок. В этом нам поможет флорист Ирина. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Расскажите, откуда вы берете такие замечательные цветы? Цветы поступают к нам с крупных плантаций Эквадора, Кении и Голландии. Они проходят короткий путь через Москву, и потом мы их ждем в Чите. Я знаю, что ценится высокий стебель розы. Почему? Роза растет дольше, около 300 дней, и этим обусловлено то, что она будет дольше стоять. Принято считать, что горшечные цветы рассчитаны на более возрастную аудиторию. Нет, я бы не согласилась, потому что сейчас очень большой ассортимент комнатных цветов. А молодежь у нас очень гоняется за суккулентами, это кактусовое семейство. Также девушки предпочитают орхидеи, светлые тона, гортензии, розочки кустовые, ну и много еще. А вы выращиваете сами цветы? Да, мы выращиваем цветы. У нас есть агрокомплекс в поселке Антипиха. И мы выращиваем там небольшие розочки, лилии пробуем и комнатные цветы. Насколько я знаю, вы работаете круглосуточно. Да, мы работаем от рассвета до рассвета. Это очень здорово, мужчины. Если вы вдруг провинились, у вас есть шанс искупить свою вину в любое время. Ирина, помогите, пожалуйста, сделать букет. С удовольствием. Принцип, конечно, составления букета – все цветы по спирали. Берем хризантемку и заводим ее плавно на угол 90 градусов. Не заламывая стебель? Ну, конечно. Мало ли, чтобы держаться. Так. Берем вторую веточку и тоже заводим ее в противоположную желательно сторону, вот сюда. Держу. С вами в букете будут ирисы. Вот небольшой у нас букетик уже получился. И теперь нам надо составить герберки так, чтобы из них образовался треугольник. Еще одну герберку заводим ее сюда. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Это мой первый букет. Спасибо большое, Ирина, что вы нас просветили. И мы рады посетить вашу невероятно светлую, ароматную флористическую студию. Приходите, будем вас всегда ждать. Альгамбра – это одна из самых больших флористических студий нашего города. Всегда свежие цветы на любой вкус, которые привозят прямиком из Голландии и Эквадора, а также из собственных теплиц в Забайкалье. Профессиональные флористы, круглосуточный режим работы и все это в самом центре города. Профсоюзная 24 и Ленина 29. Кстати, в День учителя покупателям предоставляется скидка 20%. Смотрите, какая красота. Большое вам спасибо, до встречи в будущем. Мы идем дарить эти букеты самым достойным. Погнали, Володя. Екатерина Анастасьевна, звоню. Абонент временно недоступен. Поздравляю, Катя, ты останешься без цветов. Вот так новости на Первом независимом. Звоним Светлане Андрусовой. Светлана, здравствуйте. У нас для тебя есть неожиданный сюрприз. Вовка, отключай камеру дальше. Работает дядя Юра. Благодаря разведке инсайдеров выяснилось, что Арина Дрисвяникова, которая является членом жюри нашего проекта, сейчас находится в Якутии. Поэтому мы приняли волевое решение с Владимиром навестить мою соведущую Настю Бляскину. Болеет дома и ничего не подозревает, поэтому мы хотим наведаться к ней и сделать ей чуточку приятно. Может быть, этот красивый букет позволит ей побыстрее выздороветь. Ты что, снимаешь, что ли, уже? Надеюсь, его муж не рассердится, что мы решили подарить ей цветы. Спасибо большое, как неожиданно. Давайте подарим вот эти цветы. Красоты наши, держи, пожалуйста. Спасибо. Этот прекрасный букет для прекрасной тебя. Здравствуйте. Буквально на порог положить. В честь чего? В честь того, что вы прекрасный представитель
нашего жюри. Ты снимаешь жюри? Да. Друзья, мы с вами... Здравствуйте. Что это такое, снимаете кого-то? За этот крутой и неожиданный презент для девчонок мы хотим сказать большое спасибо цветочному салону «Альгамбра». Они нам очень помогли. Заканчивать всегда грустно. Но я-то знаю, что дальше будет чрезвычайно захватывающе. Поэтому запланируй в свой плотный график просмотр нового выпуска реалити-шоу «Бьюти-команда». До свидания. Пока.